Огонь в печи, словно летнее солнце среди зимнего дня, согревает избу, сулит домочадцам вкусный обед. Печной жар делает свое дело. Блюдо готовится быстро, а пища обретает особый, глубокий вкус и аромат. Недаром хозяйки ценят такую печь и в наши дни. Блины – желанное блюдо и в трудовые будни, и в беззаботные праздники. Толстые, румяные, аппетитные. Солнце на столе. Мари – гостеприимный и щедрый народ. Гость в доме – праздник. Хозяйки стараются накормить посытнее и повкуснее. Мария обедышка вот мел нам кештен, перемечем, подкоголя и яча. Пышные ватрушки, масляные колобки, омлет, творог, простокваша с калиной, вареники с разной начинкой, подкоголи. Их делают с резным плетеным краем. Варят в соленой воде, пока не всплывут. Король стола – круглый пирог кровец или шилкоголю с рисом, морковью, луком и мясом. Иногда целого гуся кладут. Для гостей ничего не жалко. Сытная, богатая кухня народа связана с его гостеприимством. Трехслойные блины кума-мелна готовятся дольше обычных. Сначала из пресного теста печется первый слой. Затем на готовую лепешку накладывается второй из овсяной муки со сметаной. После третий овсяный слой. Сверху кума-мелну смазывают маслом. Пока жена хлопочет у печи, муж без дела не сидит. У него мужские занятия. Резьба по дереву – практичная красота. Резные наличники спасают дом от недоброго и придают жилищу свой неповторимый облик. Изделия из лозы. Ивовые прутья заготовлены с лета. Чтобы стали прочнее, их варят в воде, потом сушат. И за работу. День-другой корзинка готова. Скоро лето. Грибы, ягоды, берегитесь. А из бруска липового сделать полезную в хозяйстве вещицу можно. Для забавы. Игрушку. Хозяина марийских лесов медведя можно смастерить за час, признается умелец Виталий Христолюбов. Но для этого надо много учиться. Юным мастерам он советует сначала слепить форму из пластилина, а затем браться за дерево, повторяя плавные изгибы муляжа. Готовое изделие покрыть морилкой для придания благородного цвета. Этот же эффект создает концентрированный отвар луковой шелухи. Такого мишку и подарить не зазорно. У хозяев свои заботы, у гостей свои. Сборы на празднество – дело нелегкое. Правильно одеться, по традициям и канонам, без сторонней помощи не всякому по плечу. В давние времена зеркала были редкостью. Самому со всех сторон наряд не рассмотреть. Приглашенную на свадьбу молодую девушку наряжает соседка знакомая. Кафтан, передник, убранству головы уделяется особое внимание. Надевает шарпан и нашмак. В Уиме головное украшение серебряных монет переходило из поколения в поколение, от свекрови к снохе. Тиде тоже
Беселгеч кондаме кашкавиетем, момштенут. Тиде осал, осален жлогалманен, аресла тудем момштенут сиан бате, аресла аштен. Иктежем тагела аштен ген, бесежем, бес могоршкала аштен, арес лиже осал. Украшения из раковин каури надевали крест-накрест для защиты от злого языка, злого умысла. Серьги, сплошная нить, обрамляет подбородок, оберегают от плохого. В завершение серебряную красоту на голове прячут под платком. Летом серебро сильно нагревается, а зимой, наоборот, холодит голову. Платок защищает при любой погоде. Ой, пороко каем пешку гуд моим теге моторен, етран серастарам етлен. Костюмы Мари любо-дорого посмотреть. На ткани снежной белизны яркая вышивка. Нарядная праздничная одежда стоит немалых трудов. В давние времена готовые нити и ткани не продавались. Изготовление одежды – долгий процесс. Сначала лен и коноплю сеяли, убирали, сушили, а после наступал этап обработки волокна. В гостевом дворе Звениговского района Республики Мариэл воссоздали процесс изготовления льняного полотна. Из растений выбивают семена, стебли толкут в ступе, размачивают горячей водой, сушат. Из похожего на вату сырья вытягивают нить, наматывают на веретено. Такая работа обычно проходила осенью в подсобном помещении, чтобы зимой, в свободное от полевых забот время, можно было приступить к придению и ткачеству. Костюмы Мари белейшего цвета. Хозяйки знают, как отбелить полотно без химических средств, древним экологичным способом. Мы как шанышки, манером, ушка шмишем. Анде тудам румышка шарень паштем, румышта туда ошей машты мялиш. Мари тувором, авай ургаш тиня леш. В морозный день на снегу раскладывают ткани. Яркое зимнее солнце делает свою работу. Ткани становятся в буквальном смысле белоснежными. Ты в этой гераке лумушко шаренька стена. Туда вара лумушта. Еще ошо рак лиешь, таза рак лиешь. Теперь из готового полотна можно шить одежду. Украшения, костюмы, вышивка. Вышивали без нанесения узора. Если допустишь ошибку, распускай и начинай заново. Основной узор, тамга, родовой знак, оберег. Вышивали то, что тысячелетиями окружало людей. Солнце, дом, ромбовидные узоры, на груди. Ветви деревьев на рукавах. Лес, цветы, земля по подолу. В одном наряде целый мир. Пояс – важный элемент костюма, символ плодородия и силы. Праздничный пояс более яркий, красивый, нежели повседневный. Такому нарядному парню грех не сплясать.
Мари – музыкальный народ. Каких только инструментов не встретишь. Барабаны из телячьей кожи, волынки, флейты, свирели – все из натуральных материалов. Музыканты играют самозабвенно, со знанием дела. Один из старинных марийских инструментов – кюсли, гусли. На инструменте играли и сидя, и стоя, и даже во время ходьбы. Есть легенда. Когда Иван Грозный осаждал Казань, ему помогал марийский князь Акпарс, отвлекая казанцев игрой на кюсли. Он исполнял мелодию, ныне известную как «Марш Акпарса». В языческие времена игрой на кюсли владели только мужчины. После христианизации стали играть и женщины. «Плоха та девушка, которая не умеет играть на гуслях», — гласит поговорка. Игрой на кюсли славится село Микряково Горномарийского района Республики Мариэл. Здесь издавна мастерили гусли на продажу. И сами неплохо играли. Кюсли считается божественным инструментом. Игрой на нем сопровождаются языческие моления в священных рощах. По представлениям Мари, окружающий мир и природа олицетворяют божественное начало. Деревья, растения, животные наделяются жизненной силой, душой. Особенно почитаются деревья, проводники в космос, от людей к Богу. Ош поро кугу юмо, тиде тисмаш кинтышинжал дене, тамды юпшан мелнат дене, тисмаш салман мунет дене, чала пош куды шамышлан, роды шамышлан, иза шольвалаклан, тазалыкым пиалым пуэн шого. Лектын каймаштат, паша ыштымаштат, кошмаш корныштат, юмо эре аралыкым серлагышым ыштен шого. В зимнее время, чтобы не тревожить спящую природу, молится дома. Просит у великого Бога защиты, здоровья, мира и благодати. Звучит молитва и в обычные дни перед семейной трапезой и сопровождает важные события. Как и сотни лет назад, будни сменяются недолгими праздниками. Праздники – необходимый отдых от повседневных хлопот. И счастливый повод накрыть богатый стол, надеть самый лучший наряд, спеть старинные родовые песни – все, как было у дедов и прадедов. Жарче и жарче разгорается огонь, по древним рецептам пекутся блины, тот же вкус у них, тот же аромат. Заходите, гости, здесь вам всегда рады!